Наталья Павловна, а что у нас с пельменями? А, что? Это-то я вас спрашиваю. Что? Да все нормально у нас с пельменями. Да? Продажи наших пельменей сократились на 2%. На 2%! Что происходит? Олег Михайлович, да я и сама не понимаю. Давайте разбираться. Состав наших пельменей менялся? Нет. Все как и было. Свинина первой категории, говядина первой категории. Наталья Павловна, какая свинина? Какая говядина? Меня интересует не то, что вы там на пачке пишете, а то, из чего мы их лепим. Все как и было. Значит, нитрат натрия, так. Лактат кальция, меланж, белковый стабилизатор, полифосфат, ароматизатор мяса, идентичный натуральному, соевый белок, соевый желток, соевая масса собственного производства категории Г. Так, а сальбат и глютамат добавляете? Ну, естественно, они у нас идут как пищевая комплексная добавка к той мясной массе, которую я уже назвала. Да, ну и, конечно, основные компоненты нашего мясного фарша. Е-110, Е-120, Е-222, Е-400, Е-502, ну и, разумеется, ваш любимый Е-952. Так, а Е-111 добавляете? Ну а как же? Он у нас идет вместе с мясным улучшителем BS-17. Что за мясной улучшитель? Ну, как же, который нам Василий Петрович ведрами носит. Вчера опять 50 ведер принес. Ну, по 10 рублей за ведро. А, Василий Петрович? Ну, это нормально. Василий Петрович плохого не принесет. Вот такой человек. В НИИ работает. Ученый. Профессор. Между прочим, лауреат Нобелевской премии. Да. По 10 рублей за ведро, а? Не понимаю. Не понимаю, Наталья Павловна, почему? Почему же наши пельмени такую вкуснятину меньше покупать стали, а? Может, цена? Нет, Олег Михайлович, у нас самая низкая. На рубль ниже самых дешевых. На рубль? Наталья Павловна, ну что вы мелочитесь? На рубль. Ну, сделайте хотя бы, ну, на рубль 20. Хорошо. Так, а что у нас там вообще на упаковке написано? А, ну, все как и было, Олег Михайлович. Пельмешки от Олежки. И все? Нет, ну, я еще несколько заманух добавила. Каких еще заманух? Из мяса молодых бычков. Неплохо. Неплохо, Наталья Павловна. И еще. Бизнес-ланч по-домашнему. Это про наши пельмени? Хорошо, Наталья Павловна, хорошо. Незабываемый вкус детства. Молодец. 100% натуральный продукт. Без сои. Без сои и без ГМО. Так, а слово ГОСТ. ГОСТ написано? Разумеется, самыми крупными буквами.
Хорошо. Там сбоку еще можно добавить. Теперь на пельмешку больше. Да, но мы ж наоборот не докладываем. По 5 штук. Кто их там будет считать? Вы лучше скажите, какая-нибудь акция на наши пельмени проводится? Разумеется. На пачке крупно написано: «Купи пельмени, выиграй автомобиль». Автомобиль? Наталья Павловна, какой автомобиль? Вы бы еще написали: «Ищите ключ в каждой упаковке». Автомобиль. Прошлый век. 5-комнатную квартиру в центре города. На это точно клюну. Да, и для участия в акции пусть регистрируются на нашем сайте. Регистрация платная. Сколько? Ну, сделайте 99 рублей. Угу. И 90 копеек. Хорошо. Это без НДС. Поняла. Олег Михайлович, да вы бы так не переживали, ну, что продажи-то на 2% сократились. Вот по последним данным и население страны сократилось как раз на 2%. Да? Безобразие. Безобразие, Наталья Павловна. А все? Все почему? 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 Да потому что едят всякую дрянь. Вот и сокращаются.